Приветствую всех. Приобрел вот такой вот рик за 40 тысяч рублей для того, чтобы видеокарты снять, воткнуть в игровые компьютеры, и бюджетные системники до 30 тысяч на них будут уходить. Причем уйдут довольно-таки быстро. Такие карты пользуются спросом, но это самые живучие видеокарты, мы даже по ним особо не паримся. Мы даже BIOS здесь перепрошивать не будем, мы просто переключим рычажок BIOS, да и все. Видеокарты Radeon RX 580 на 4 гигабайта, память Samsung, вообще самый-самый жир, который можно было купить из четырешек. Этот рик мы собирали в 2018 году клиенту, у которого было порядка, наверное, 10 наших ригов. И вот, обратите внимание, это наша сборка. Вот так вот последнее время мы собирали все риги. Здесь ничего не менялось, вот как было, так осталось. Многие боятся, что райзеры каким-либо образом там коротнут. Ну, для них мы специально через такие металлические стойки это все дело прикручивали намертво. Ну, чтобы человек спал спокойно. То есть есть люди, которые боятся металла, хотят на дереве. Но вот, допустим, для майнинг-отеля требуют металлические каркасы. Собственно, из-за этого мы перешли в свое время на вот эти вот, на этот металл. Из стеллажа Leroy Merlin получается в аккурат 4 рига. Очень бюджетная конструкция. Наверное, самая бюджетная из того, что можно сделать. Материнская плата тоже у нас на стойках. В моих видосах было, как я это все дело собирал. Блок питания на 1,5 кВт фирмы Accord вообще никогда не дохли. 6 плеч. Каждое плечо имеет 2 по 8 пин. Хватает это и для райзеров плеч, тут, по-моему, 4 плеча. В общем, ну просто идеальное решение. Посмотрите, как аккуратно все смотрится. 5 лет ригу. Получается, 5-й год пошел с 18-го года. И все в идеале. Самая лучшая материнская платка, которая когда-либо существовала, мое мнение, H110D3A. Она была и бюджетная. У нее была 3-летняя гарантия. По гарантии практически ни одна мать не уходила. Если их убивали, то если какая-нибудь водичка попадала на балконе, если стоит, капелька попала на какой-нибудь мульт, сконденсировалась, и, пожалуйста, батарейка убьет этот мульт, все сгниет. Вот, собственно, так эти матери выходили из строя. А так, чтобы вот просто работала-работала и внезапно прекратила свое существование, ну, если блок питания какой-нибудь дрянной. А аккорды полуторки, кстати, были очень даже достойные. Только его надо было максимум там на 900 ватт просто грузить, да и все. Потому что были у меня киловаттники 850-ки, они, конечно, дохли больше. Ну, а полуторки не дохли вообще. Ну, там может быть какой-то процент. Четырешки и восьмушки. Ну, скажем так, если бы вы купили восьмушки, то, наверное, было с какой-то, в какой-то степени это было бы лучше. Потому что в 2017 году разница была порядка там 1500 рублей. Ну, а если вы купили четырешки, то у них, у этих видеокарт, было примерно две жизни. Сначала они наряду с восьмушками майнили эфир до 2020 года, потом докфайл превысил эти 4 гигабайта, и четырешки отвалились. Тут еще подсобил эфир классик, когда на него была атака совершена, доходка была низкая. Ну вот, если бы эти видеокарты трудились на эфире классик при атаке, то можно было примерно по 2 эфира в сутки с такой карты, с такого рига получать. У меня месяц копал как-то риг на бирже Йобит, деньги не поступали, я месяца через полтора отключил, ну, а потом через 3 месяца у меня все монетки дошли. На сегодня такой рик дает 50 центов, то есть работает, если у вас розетка, как у нас в Тольятти, 3 рубля день, рубль ночь, то где-то на 90 рублей в сутки этот рик будет уходить в минус. В 2018 году мы получили заказ на 100 подобных ригов. И спустя 1,5 года эти риги мы забирали по 40 тысяч, перепродавали по 50, либо разбирали на видеокарты. То есть такой риг можно было купить за полтинник в 2019 году. Ну а в 2020 году, когда эфир классик майнить было нельзя, эфир отвалился, эти риги, ну, просто не на что было переключать. Некоторые запаниковали и приносили наши же клиенты к нам. Мы их покупали по 35 тысяч. В тот момент я их даже не разбирал, я их хомячил себе, зная, что когда-нибудь в бумайнинга можно будет на них заработать. Я поставил себе домой, по-моему, 5 таких ригов.
Купил по 35, по 40, какой-то за 50, ну, в общем, за 3 копейки. И спустя полтора года каждую видеокарту такую продал по 13 тысяч. Продавал я все лето, у меня там сколько там, 26 видеокарт было, ну, скажем так, вот за это лето через сборки все эти видеокарты прошли. Сейчас в сборках они будут считаться по 8, а не по 13, и тоже уйдут прям очень быстро. Причем это RX 580, не 570, вообще у них продажи будут очень высокие. Хотя, если честно, простенькая видеокарта Radeon RX 6400, это та же самая 580 в играх. Ну, может быть, чуть-чуть похуже, но по сути, факт в том, что за 5 лет много чего поменялось, поколения сменились. Но эти полярисы не требуют до сих пор никакого обслуживания, посмотрите на их температуру. 46, 40 градусов, 47, 55% вращение вентиляторов. Потребление сейчас Рига без дикого андервольта, как вот у клиента было, 850 ватт. Ну, скажем так, можно было еще 50 ватт сбавить. И хешрейт здесь равняется примерно 32 мегахеша с каждой карточки. Некоторые майнеры до 34 их разгоняли. В принципе, карточки живее всех живых. Здесь идеальная система охлаждения, идеальная цепь питания. В общем, мы их ототрем и больше ничего здесь делать не будем. Конкретно этот риг я продавал клиенту в мае 2021 года за сотку. Но в тот момент уже майнинг фермы подорожали, купить их уже за 35 нельзя было. И, скажем так, за 3 месяца он эту сотку отбил. Еще за оставшийся год он примерно столько же заработал, учитывая, что делал какие-то неправильные вещи, продавал монеты, когда был дамп, и покупал, когда был памп. Ну и сейчас то, что он продал за 40, в принципе, а что с ними еще делать? 4-гиговых видеокарт с конца 2020 года была своя судьба. Если восьмушки продолжали майнить эфир, и никто их с этого эфира не переподключал, соответственно, вот сколько вы получали с эфира, столько вы получали. Можно было заработать только на скачках сложности. Ну, в принципе, вот как шло, так шло. То четырешки давали возможность, причем на самом деле классная возможность, можно было майнить эфир классик, он и пампился в какое-то время, и в принципе копался очень хорошо. Можно было на полярисах неплохо майнить Ravencoin, но при одном условии, что у вас такая видеокарта Sapphire Nitro Plus. В какой-то момент можно было майнить Ergo. В общем, с конца 2020 года можно было на них заработать, а если бы все те монеты, которые вы копали, сохранить до сегодняшнего момента, то такой риг на 4-гиговых видеокартах принес бы больше, чем на 8-гиговых, потому что монеты очень здорово пропампили. Собственно, и сейчас, с одной стороны, можно его поставить, рассчитывая, что эфир классик и прочее помпанет, но сейчас курсы такие, что проще купить. То есть, если верите в крипту, верите, что эфир классик будет давать нам доход, то риг за 40 тысяч продадите, купите на нее на 40 тысяч монет. И такой риг, наверное, эти монеты будут копать, ковырять, я не знаю, 3-5 лет, если не больше. Поэтому нет, на ближайший год, ну полгода как минимум, майнинг на видеокартах помер. Нет смысла ни закупать ничего, ни по какому прайсу, потому что ценники валятся. Для понимания, сейчас GTX 1660 Super новую в DNS можно купить за 17 тысяч. Мы их продавали по 75 полгода назад, а сейчас можно купить за 17. Вот вам и падение цен. Это касается и всех остальных видеокарт. Хороший пример. Полтора года назад мы продавали RX 6800 за, по-моему, 108, что ли, тысяч. Сейчас они, наши же эти видеокарты, продают за 40. Вот такое вот дикое падение цен. И цены еще будут рушиться, потому что в перспективе я вообще не вижу, что хоть какая-то доходность будет. Поэтому все, что появляется из видеокарт, даже в таком шикарном исполнении, даже за такую халяву, я не хочу себе ставить домой на перспективу. Ну и, как говорится, первый пошел. Вот, пожалуйста, системный блок, 8000 рублей будет посчитана видюшка, вот 29800, ну просто шикарнейший системник, который будет, в принципе, тащить все современные игрушки, и видеокарту вы здесь получаете на 8 гигабайт, которая выглядит, ну просто бомбически.
А вот тушку на какое-то время мы, наверное, пока отставим в таком виде, потому что периодически майнеры бегают, у них ничего не работает, и тут иногда гораздо проще купить готовый риг, куда можно просто воткнуть свои видеокарты. Тем более, что сейчас это будет опять стоить очень дешево.